Всем привет! Сегодня я хочу сделать рыбу. Это рыба тилапия. В мультиварке приготовить ее. Для этого нам нужна рыба. Я ее помыла, просушила салфеткой. Морковь, чеснок, сельдерей, или петрушка, или кинза. В данный момент у меня кинза. Сметана. Это такая смесь острая для авокадо. Можно взять горчицу, но так как у меня нету горчицы, я попробую взять эту смесь. Это Season Salt, такая смесь тоже пряностей с солью. Черный перец. И я хочу взять еще барбекю соус, немножко для вкуса добавить. И немножко растительного масла. Рыбу посыпаем этой солью. И черным перцем с двух сторон. Морковь натираем на крупной терке. Чеснок выдавливаем. Готовим соус. Теперь в чеснок я добавляю растительное масло. Где-то ложки 2-3. Сметаны 2 столовые ложки. Добавляю немножечко, получаю на ложке смеси острой для авокадо, которая для салата из авокадо. Где-то пол чайной ложки или 1 чайную ложку. Сейчас попробую, как быть по вкусу. Смесь для барбекю. Все перемешиваем и пробую. Этой смеси для барбекю добавлю еще где-то чайную ложку. Получается такой вкусненький соус. Все размешиваем. Мелко нарезаю зелень. Добавляю эту зелень в соус. И тоже перемешиваю. Но кастрюлю, мультиварку смазываем немножко растительным маслом или спреем. И на дно укладываем рыбу. Я сделала один слой. И теперь кладу туда соус. Эту рыбу смазываю по всей поверхности этим соусом. И засыпаю половину моркови. Теперь делаю второй слой. Точно так же смазываю это соусом. И засыпаю сверху слой моркови. Можно добавить чуть-чуть жидкости, но я не буду добавлять, потому что соус, сама рыба еще выделит тоже жидкость, поэтому я ничего не добавляю больше, просто ставлю в мультиварку. Вот так у нас все приготовлено. Закрываю крышку. Смотрю, здесь тоже клапан, чтобы был закрытый. Включаю в сеть и выбираю опцию стену. Но мне нужно ее уменьшить, потому что для рыбы это очень много. Я думаю, 25 минут будет достаточно для того, чтобы протушилась рыба и морковка. Будем ждать. Вот пошло нагревание и приготовление рыбы. 10 минут заняло то, чтобы внутри закипело и чтобы закрылся клапан изнутри пароварки. Или скороварки. И вот только что сейчас включился время. Пошел отсчет времени приготовления. Итак, у нас все готово. Ушла, пошла на подогрев кастрюля. Выключаю из сети и открываю клапан. Давление прошло. Открываем и смотрим, что у нас получилось. Вот так еще кипит. О, сразу камера запотела. Лапи под соусом мультиварки готово. Приятного аппетита!